А перед новой озвучкой я хочу порекомендовать вам самую крупную русскоязычную группу ВКонтакте, посвященную известному вайнеру Мэттью Спиноса. Здесь вы можете найти множество его фотографий, эксклюзивную информацию о нем, видео, а также там есть мои озвучки. Так что подписывайтесь на эту крутую группу, ссылка будет в описании. Привет, киски, пи***и и прочий люд! Шучу, я просто не знаю, что Мэтт сказал. Привет! Как у вас дела? Сегодня мы поговорим о тех 10 фактах, которые вы не знали обо мне. Давайте же начнем. Давайте ближе к делу. Первый факт. Я гиперактивен. Я очень гиперактивный. Но еще факт. Я не пью газировку. Многие спрашивают: о, Мэтт, ты такой гиперактивный, потому что ты пьешь газировку, лишь много конфет. Но я никогда не любил газировку. Номер два. Я из севера Вирджинии, и есть много спортивных команд, которые мне нравятся. Вы знаете, я никогда не говорила о спорте с вами, но я большой фанат DC. Я люблю Wizards, Redskins, Capitals. Короче, все, кто из DC. Факто номер три. Я состояла в команде пловцов. Я ходила на плавание примерно с 8 лет до 8 класса где-то. Как только я перешел в старшую школу, я перестал туда ходить. Это стало меня напрягать. Когда я бросил ходить летом, все это напряжение ушло. Я стал более общительным. Мне захотелось тусить больше с друзьями. Тыры-пыры. Номер четыре, 2 плюс 2 получится что? Получится 4. У меня была первая девушка, когда я был в восьмом... Нет, в седьмом классе. Не знаю. У нас у всех по миллиону девушек в средней школе. Мы думали, что обнимашки это типа встречаться. Лично я так считал. Номер 5. У Берни 8 сосков. Не 2, не 4, не 6, но 8. Я не подписывался на это. Я ненавижу кофе. Извините, я не знаю, как люди его пьют. Некоторые мне говорят: эй, Мэтт, ты просто еще ребенок, тебе будет нравиться, когда станешь старше. Нет, мне это говорили лет 5 назад, и он до сих пор мне еще не нравится. Если вы обожаете кофе, не ненавидьте меня, я просто не люблю его, вот и все. Номер 8. Я быстро начинаю скучать по дому. Недавно я переехал в Лос-Анджелес. Вот буквально в прошлом году. И тогда я осознала, как я скучаю по дому. Я большой маменькин сынок. Можете называть меня так, если хотите. Я очень скучаю по маме и папе, а также по друзьям, которые из моего города. Я очень счастлив быть в Лос-Анджелесе, даже если иногда я скучаю по дому. Номер 9. Я обожаю сыр. Просто вот я обожаю сыр. Вот если будет какое-то блюдо с сыром, я просто сразу хочу все это съесть. Я хз почему, но я его обожаю. Если бы у сыра были ноги и руки... Лучшие друзья! Мы бы ими стали! А, и Берни, конечно же. Берни, братан. Ребят, вот вам это точно понравится. Я начал играть с 5 класса. Это был какой-то спектакль под названием «Оливер Твист». Это был мой дебют. Я не знаю, что это фильм или типа такого. Я был сиротой. Потом я сыграл еще в одном спектакле в 6 классе, еще в одном в 7. В 7 классе я играл в «Мулане». Но я не был Муланом. And you guys all know Mulan. So yeah, I was on The Hun Life. Bonus fact. Yeah, we're going number 11. Yeah, about actually 4 or 5 years. Это было 4 или 5 лет назад. Я сижу один дома, играю в Xbox или смотрю телек или что-то типа такого. Короче, сижу один дома и я услышал такие звуки. И я подумал: о, мой брат дома, или кто-то другой дома, просто бегают на втором этаже. Эти звуки продолжались, а я такой: что происходит? А затем падает картина, я такой смотрю по бокам, а затем все началось трясти, а я... О боже! Короче, наложил кирпичей. Погодите. Вкусно. Короче, я один дома, я не понимаю, что происходит, я такой: о господи, о господи, о господи! Начинаю звонить маме. Мам, мам! Мама не отвечает. Папа не отвечает. Старший брат: Дилан! Начинал звонить всем родственникам. Моя сестра наконец отвечает, и я ей: Кристин, я не знаю, что делать! Она сказала мне выбегать из дома, я выбежал, сел на велик и просто уехал. Я не знал, куда я еду, я просто ехал, куда глаза летели.
Я не могу сейчас точностью показать мою реакцию. Это теперь так угарно, когда я вспоминаю об этом. Я вот прямо повесил трубку и начал бежать, при этом чувствуя себя, будто я в каком-то кино. А, надо быстрее бы добежать до велика. Сажусь на него и начинаю уезжать. А в это время шли домой папа и брат, и они пока шли и спросили, куда я уматываю? А я им, я не знаю! Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть больше озвучек, конечно же. Ставьте лайки. Я люблю вас, ребята. И, пожалуйста, больше не отписывайтесь от моего канала. Хорошо? А то я обижусь. Пока. Надеюсь, тебе понравилось мое видео. Если это так, ставь лайк. Подписывайся на канал, если хочешь увидеть больше видео. Ну, я жду. Подписывайся.